Один час, чтобы удивить прохожих и превратить Заречный в одну большую танцевальную площадку. Ровно столько времени было у участников первого межрегионального стрит-дэнс-форума на выполнение основного задания арт-лаборатории. Выглядеть все должно было как своего рода массовый флешмоб. В одно и то же время в различных точках города практически из ниоткуда появляются группы людей, включают музыку и начинают под нее двигаться. Придумывать и ставить выступления танцорам пришлось в авральном режиме. Только вечером накануне участников форума разделили на команды и дали задание. Если еще учесть, что в каждой банде были и дэнсеры из Пензы, возможность отрепетировать перформансы до идеального уровня была ничтожно мала. Однако участники стрит-дэнс-форума собственным примером доказали – нет ничего невозможного. Такой очень разножанровый танец. Реально можно станцевать в одной команде с разными людьми, которых ты не знаешь буквально за 3 часа. Да. Главное, чтобы было что танцевать. Так и спокойно. Чтобы желание было. Правильно, я ее поддержу. Площадь Ленина, Дворец культуры «Современник», спортивно-культурный комплекс «Союз», ДК «Дружба». Танцующие банды с 4 до 5 вечера можно было наблюдать на самых многолюдных площадках и улицах города. Если не удалось побывать на перформансах всех команд, добро пожаловать на просторы интернета. В группу форума каждая банда выложила видеоотчет со своего выступления. Здесь же можно оставлять голоса за понравившееся видео. Авторы ролика, которому зрители отдадут большее предпочтение, получат 15 000 рублей. Светлана Демина, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный».